Стигозавры – род позднеюрских травоядных динозавров, существовавший 155-145 миллионов лет назад, кемерический ярус. В его составе выделено три вида благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине являются одними из самых узнаваемых динозавров. Впервые ископаемые останки стегозавра, стегосаурус арматус, были обнаружены Г. Маршем в 1877 году к северу от городка Марисон, в штате Колорадо. Название было составлено Маршем, поскольку палеонтолог посчитал, что пластины лежали на спине динозавра и образовывали подобие двускатной крыши. Поначалу было описано множество видов стегозавров, которые впоследствии были объединены в три. Марш считал, что стегозавр передвигался лишь на двух ногах, поскольку передние конечности были существенно короче задних. Однако уже в 1891 году, оценив телосложение динозавра, он изменил свое мнение. Стегозавры были крупнейшими представителями своего инфраотряда, включавшего также роды Кентросаурус и Уайянгосаурус. Их средняя длина составляла 9 метров, высота – 4 метра. Мозг динозавра был не больше, чем у собаки, при весе животного в 2 тонн его мозг весил лишь 70 граммов. Будучи растительноядными, стегозавры тем не менее сильно отличались по типу питания от остальных птицетазовых которые имели строение зубов, подходящие для разжевывания пищи, и челюстей, позволяющих им двигаться в разных плоскостях. Маленькие зубы стегозавра не были приспособлены для столкновения друг с другом при жевании, а челюсти могли двигаться только в одном направлении. Чтобы выживать, стегозавр должен был поедать большое количество пищи ежедневно так как челюсти его были развиты слабо, а зубы не очень хорошо приспособлены для пережевывания пищи для облегчения пищеварения, стегозавр глотал камни, которые помогали ему перетирать листья в желудке. Подобным приемом пользовались и другие крупные растительноядные динозавры. Современные птицы, которые считаются потомками динозавров, также используют камни для пищеварения. Характерной чертой всех стегозавров являются ромбовидные пластины разного размера. Пластины расположены в два ряда вдоль спины и хвоста в шахматном порядке. Высота пластин достигала 1 метр. На хвосте стегозавра имелись четыре мощных заостренных костяных шипа. Длина шипов, по разным данным, была от 60 сантиметров до 1 метра. Несмотря на то, что стегозавр был достаточно миролюбивым существом, он был хорошо защищен. Все тело стегозавра было усеяно многочисленными костными наростами, которые располагались даже у горла. Пластины на спине стегозавра выделяли его среди других динозавров. Изначально ученые предполагали, что это было средством защиты от хищных ящеров, но после более тщательного изучения эта версия была отвергнута пластины стегозавра были слишком непрочными для защиты. При нападении, крупный ящер мог без особых усилий оторвать их. Изучая окаменелые спинные пластины стегозавра, ученые обратили внимание на большое количество мелких канавок, что указывало на наличие многочисленных кровеносных сосудов. При появлении опасности, например при появлении хищных ящеров, кровь приливала к пластинам, и они окрашивались в красный цвет. Известно, что красный цвет для животных – цвет опасности. В сочетании с массой тела и размахивающими с стороны в сторону шипастым хвостом, впечатление создавалось внушительное. Стегозавр мог не только напугать, но и сильно или даже смертельно ранить нападающего ящера, атакуя хвостовыми шипами в незащищенные лапы и живот. Помимо защитных функций, спинные пластины стегозавра служили терморегулятором. Утром, когда еще холодно, стегозавр поворачивался пластинами к солнцу и накапливал тепло, подобно современным.